пострадали из-за Лунтика и Барбоскиных. Санкт-Петербургская студия анимационного кино «Мельница» отсудила у кондитерской из Иркутска 150 тысяч рублей. Это сумма компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Правообладателям Лунтика и Барбоскиных не понравилось, что сибирские кондитеры продавали торты с изображением этих мультипликационных героев. За 3 года «Мельница» только в нашем регионе подала уже 124 аналогичных иска в арбитражный суд.